Ты тут уже бывала? Один раз. Еще, ну, до того. Профориентация рассказывала подрастающему поколению об улетной работе в биохимии. Да уж. Ты чего? Ничего, просто. Лучше бы я тогда провела лекцию на тему, как пережить конец света. Идем. Как тут пробраться? Ищем обходной путь? Нет, подожди, я могу тебя подсадить. Готово? Да. Достаешь? Ага. Так, аккуратней. Ага. Господи, что тут произошло? Это был один из первых лагерей уцелевших. Поставили раньше, чем поняли, что орды любят бегать по дорогам. Я его нашла давно мертвым. Тут, небось, полным-полно фриков. Да. Ты знаешь, куда идти? Я здесь всего один раз была. Но вроде научный корпус — это там. Надо держаться вместе. Да, сейчас. Так, тут шакалы. Эй, подожди. Что такое? Просто не надо пока их провоцировать. Мы даже не знаем, что там. Да знаем и что там. Там сраные шакалы. Давай их просто обойдем. Нам не пройти. Да, кто-то тут забаррикадировался на совесть. А может, здесь? Дверь заперта, но за ней вроде ничего. Сможешь взломать? Давай попробую. Вроде должно получиться. Ага. Вот. Ага. Сюда. Тут никого. Иду. Помоги-ка мне сдвинуть. Погоди, сейчас. Ты готова? Если оба вылезем, они накинутся всей тучей, и тогда все. О, придумал. Давай ты залезешь вон туда и будешь прикрывать меня. Ты выносишь тех, кто отбился, а я остальных. А ты так уже делал? Да, блин, конечно, много раз. Только ты стреляй, не переставай. Поняла? Дикон. Как только выйду, сразу дверь закрой. Ладно. Нет! Все получится!
ублюдки! Дикон, берегись! Кажется, это все. Ага. Спускайся. Все чисто. Ты цел? Господи, мы были на волоске. Да не, все было под контролем. На выстрелы сбегутся другие. Нас к тому времени тут уже не будет. Куда теперь? Не знаю. Они тут хорошо так все перегородили. Посмотри, может, где дыра какая в стене. Что-то, где можно забраться. Ладно, я посмотрю здесь. Есть? Эй, иди сюда, тут открытое окно. Иду. Ну что? Да, я дотянулась. Погоди, найду что-нибудь. А, Сара! Сейчас! Надо что-нибудь тебе скинуть. А, черт! Нет, Тикан! А, черт, черт, черт! Да что ж такое? Найди там что-нибудь, чтобы я залез! Ищу! Господи, ну чего мы ржем-то? А, сам не знаю. Помнишь, ты раньше уговаривала меня вернуться в колледж? А, было дело. Вот и сбылась твоя мечта. Ну что, лучше поздно, чем никогда. Спасибо. Готов? Угу. Идем. Ладно, давай теперь я первая. Да, мэм, как скажете. Тут как будто бомба рванула. Может, и рванула. Пойдем. Кажется, здесь есть проход. Дверь заклинила. Ну-ка, дай я. Не надо, я сама. Ну вот, видишь? Ну вот, видишь? Я сама. Да, да. Молодец. Спасибо. Так что, сильно тебе нужно это оборудование? Слушай, мы почти дошли. Нельзя вот так взять и сдаться. Я просто спросил. Теперь мы знаем, как фрики сюда пробирались. Кто-то не научился парковаться. Вроде никого. Черт, тут тоже повсюду баррикады. Осмотри здание. Я вижу научный корпус. Вон он. Теперь бы только перебраться. А,
давай я опять тебя подсажу. Только теперь уж... Постарайся найти что-нибудь побыстрее. Ага, именно. Есть! Так, жди. И постарайся больше не привлекать их внимания. А, я приложу все усилия. Ага. Сара! Сара! Сара, я сейчас! Давай, давай! Уйди от меня! О, нет, 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 нет! О, Сара! Господи, Сара! 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 Нет, черт! Сара! 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 Господи, их было так много. Они шли, шли. Не бойся, не бойся, все хорошо. Ну-ка, давай. Нормально. Мы почти пришли. Это научный корпус. Да, и похоже, они там... Они что, забаррикадировались изнутри? Где-нибудь должна быть лазейка. Точно все нормально? Да. Я уже убивала фриков. Нет, я знаю, знаю. Просто... Все нормально. Идем. Вот эту дверь можно открыть? Не выйдет. Черт! Нет, ее подперли изнутри. Давай обойдем здание. Должна быть лазейка. Я тебе говорю, кто-то изнутри все забаррикадировал. Ну, надо же проверить. Эй, да ладно, успокойся. И тут тоже ну, не открывается. Как-нибудь. Господи. Подожди. Что так, это? Тихо, тихо. Боже там мой. Шакалы. Они внутри. Туда влезли шакалы, значит. Должен быть сложно крыши. Идем. Смотри, здесь крыша ниже. Ага. Надо только придумать, как залезть. Иди сюда. Помоги сдвинуть, чтобы можно было залезть. Хорошо. Готовы? Ага. Так, толкай. Так, нормально? Да, да, погоди. Забралась? Да. Будь наготове. Шакалы начинают беситься, когда кто-то посягает на их территорию. Мне просто очень не хочется убивать этих засранцев. Что? В смысле? Пырнула тебя ножом? Там еще! Это последний.
А тебе это в кайф. Убивать шакалов? Нет, но согласись, эти гады реально назойливые. Тут ты прав. Возьми меня за руку. Ладно. Аккуратно. Не спеши. Ага, все нормально. Осторожно. О, они не только назойливые, еще и дерьмом воняют. А ты поживи, как они. Глянем, чем запахнешь через 2 года. Нет уж, спасибо. Куда мы идем? Попробуй эти двери. Тут должна быть лаборатория или лекционный зал. Центрифуга где-то здесь. Что-то не пойму. На них нет следов от пули, никаких признаков насилия. Цикута. Господи. Вот она. Ты эту центрифугу искала, да? Да, это она. Идем. Ага. Достаточно хорошо спрятал байк. Ладно. Решим вопрос. Тут не высовывайся. Хорошая мысль. Я их вижу. Высовывайся. Ага, понял. Да, и тут шакалы.
могу их на куски разнести. Нормально. Вита, патроны. Спасибо. Сара, берегись! Черт! Свободен. Пошли. Подожди. Мне нужно забрать центрифугу. Ладно. Ладно. Все, взяла. Пошли. Вот эта пушка у него была. Да, я заметил. Там люди! Вон еще, их тут много. Надо их убрать, иначе к байку не пройти. У тебя домовухи остались? Да. Отсюда видна вся парковка. Будешь кидать домовухи мне по ходу движения. Поняла? Поняла. Ладно, рискнем. Я готов! Давай!
дайте ему уйти! Я никуда не ухожу. Живо, живо, мы уходим! Я ранен! Кажется, это последний. Так, подожди. Я иду к тебе. Ну, ты как? Что, я как? Ну да, а что? Даже не знаю. Хорошо помню день нашей встречи. Ты пальнула в воздух из моего пистолета и перепугалась прямо до трясучки. Что сказать, времена изменились. Ну да. Ну все, пошли отсюда. Что с тобой случилось, Сара? Я не поняла вопрос. Слушай, ясное дело, что многое изменилось. Все, кого мы знали, уже мертвы, но это не объясняет. Чего не объясняет, Дикон? Почему наши бравые ребята зовут меня ведьмой Уизард Айленда? Вот это меня вообще не волнует, просто... Со мной случилось ровно то же, что и со всеми людьми на этой долбанной планете. Ладно. Ладно, я понял. Пойдем, сюда. Да, я иду. Можно сказать спасибо? Не-а. Ладно. Я просто хочу, чтобы ты знал, как для меня это важно.